Первым в списке патрульных стал санаторий Заполярье. Здесь мы оказываем помощь пострадавшим в случае каких-то несчастных случаев. Откройте шкаф, покажите первую помощь, аптечку. Сотрудники ГИМС начинают проверку с медпункта, обращают внимание даже на то, как хранятся медицинские препараты первой необходимости. Далее обследование пляжа. В первую очередь проверяют документы, например, акт водолазного обследования. Затем осматривают и оборудование пляжа, спасательные круги, лодку, а также информационные стенды и наличие буйков. Самое главное требование – это пост с дежурством прошедших специальное обучение спасателей. Важность этой работы из года в год доказывает статистика. На официальных пляжах, по данным ГИМС, практически нет зафиксированных случаев с пострадавшими отдыхающими. Мы провели большую работу после зимы. Были несколько сильных штормов, после которых потребовалось провести некоторые ремонтные работы. Ну, плюс мы решили расширить наш сервис, оформили техническую зону на нашей акватории, на которой у нас будут представлены аттракционы, катамараны, водные мотоциклы, прогулки на катере. В ближайшее время инспекторы посетят и другие места отдыха у воды. На учете в сочинском инспекторском отделении состоит 108 пляжей. Это территория Центрального и Лазаревского районов. Освидетельствование проводится по заявлениям собственников. Администрация устанавливает сроки, в какие они должны пройти. У нас это до 25 мая. А курортный сезон начинается у нас с 1 числа. Паспорта готовности получат только те зоны отдыха, которые будут соответствовать всем требованиям. Остальные пляжи небезопасны, а значит, будут закрыты. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.